Оценка удовлетворительна. Югорские общественники проинспектировали образовательные организации Ханты-Мансийска. Эксперты проверяли доступность зданий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, угол наклона пандуса, наличие поручней, лифта для колясочников и умение персонала с ним обращаться. Ориентиры и знаки для слабовидящих, наличие стоянки для инвалидов. Таким образом, специалисты помогли провести независимую оценку качества условий работы образовательных учреждений. Такая проверка проводится раз в 3 года. По ее итогом составляется рейтинг всех организаций в округе. По окончанию оценки выдаем общую информацию, все, что мы собрали, передаем в общественный совет. На основании нашей информации они строят рейтинг организации, они подготавливают также рекомендации, соответственно, передают в организации, выносятся какие-то решения, которые помогают все это улучшить для потребителей.